профессиональный повар, да, получается? Ну, как сказать, профессиональный повар, профессиональный, но я не училась. Малика мне говорит, я когда готовлю, быстрее режу, все так-так-так-так. И она говорит, мам, ты как так делаешь руку? Я говорю, свои руки я столько обожгла, сколько резала, и я привыкла уже. То есть могу готовить на 100, на 150, на 200 человек могу спокойно готовить. То есть вы на свадьбу можете наготовить? Да. А я помню, как мы мешками, мешками чистили мешок картошки, мешок морковки. Мешок лука. Это я один день готовила. Один мешок мука. Я тесто сделала, один день готовила. Все. Мы после школы приходили, мама такая, а ну, ты картошка, ты морковку убирай, ты лук чисти. Я такая, почему я лук? Сказала лук чистить. Давай. Когда будете замуж девочек выдавать, это будет все-таки такая более европейская свадьба? Или вам важно, чтобы традиции ваши какие-то были? Честно говоря, я хочу, чтобы по-нашему. Сейчас наши тоже европейские свадьбы сыграют. Не то, что... Чтобы у них была свадьба такой, чтобы... Моя мечта сбылась. А вы хотели бы, чтобы жених таджикский был? Или можно все-таки европейский или русский? Ну, если ислам принимает... Ход... Два года надо поговорить. А ты была когда-нибудь в Таджикистане? А, да. И как? Ну, а вам как кажется, вот ваши дочки смогли бы сейчас жить в Таджикистане? Очень красиво стало город. Наш президент настолько старался, что для народов столько всего сделал, что очень город стал красивый, очень посовременный. Дома, которые вот... Квартиры, которые видишь, вообще не хуже Дубая, можно так сказать. Да вы что? Да, даже вот лучше, я вот так комментирую, что я думаю, жили... Энтузиазма не вижу в их глазах. Когда Дина с кем-то встречалась, одобряли ли вы ее выбор? Честно говоря, была Рахим. Я была против, он узбек, потом он как-то мне понравилось. Он узбек. Но узбеки это же... Нет, у нас как... Я по-старинному, да, у меня воспитание не современное, по старинным векам. У нас раньше не подавали, то есть, например, другим нациям выйти замуж или жениться нельзя было. И к этим воспитаниям у меня такой же уровень. Я сказала, нет. Ну, потом ему понравилось, они расстались. Я говорю, он был хороший. Потом Данил или кто? Даня. Я смотрю, она уже глаза. Даня нравился? Она как-то признает, познакомится. Я говорю, хорошо. У меня есть три вопроса. Три предложения. Не вопрос, три предложения. Калим платит по мусульманской религии. Обрезание сделаю. Я вижу глаза вот эти. Ислам примет. А почему бы нет? Пожалуйста. Так, с женихами, я чувствую, будет нелегко. Нет, с женихами как раз-таки будет. А вот с мамой договориться, да, придется им хорошенько.